Lucreza. Ай, 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 ай. Садись. Давай, смотрим. Более-менее. Так. Давай, 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 давай. Это центр шарфа. Присядь, Саша, присядь. Да, посмотри. Вот ты куда падаешь? Туда на спину. Потому что ты стоишь. Встань на колени. Встань на колени. Встань. Ты на это колено. Нужно сюда колено. Это ты на ивоте. Это и на ивоте. Чуть-чуть вперед. Для колена впереди. Вот дошло. Ты становишься. Поэтому здесь сюда не падаешь. Вы по два раза делаете, не по три круга. А вы делаете три. Конечно, не надо. Если касаешься, ставишь захват. Вот. Посмотри, единственная ошибочка. Лучше было бы, если бы чуть ниже присел, потянул, а потом встал. Так, и уже неплохо, уже на 6. Смотри, Андрей, за ногами, ноги медленно идут. Сергей, делайте по два раза и меняйте. Два раза, два, два. Давай. Ты, смотри. Когда начинаешь делать, вот эта нога здесь. Я же сказал, поставь. Вот она, нет, посмотри. Она впереди, только остается на колено. Поднять и поставить на колено. А ты ставишь ее сюда, а тебе приходит очень много поворачиваться. Сейчас я иду каждому. Так. Развернись сразу. Сразу развернись. Ты стоишь на мудрецовке. Стоп, стоп, стоп. О, посмотрите, ноги шире. Смотри, вот нога, вот, смотри. Оп, видишь движение? Да, ставишь ножку. Оп, и тогда отсюда. То есть раз, оп, и вытащил. Чуть-чуть на носочек. Давай. А, мы по два, а где? Давай меняем, молодцы. Давай. Опять колено впереди. Стоп, стоп. У тебя вот это колено. Должны быть ближе, да? Широко, то ты сядешь, тебе не встанет. Еще раз. Вон, конечно. Ты же бестолковый. Ты три раза вон. Три баскетбола. О, о. Но соревнование это совсем другое. Делайте по два броска линии. Андрюшенька, хорошо, а потом надо чуть-чуть выпрямиться. Так. Хорошо. Макс, отойди в сторону, чтобы видно было, как они бросают. Макс! Я вам какая ошибка. Вот эту ногу надо ставить. Нет, ставишь вот эту. Поэтому, ребят, когда ставишь, это тяжело. Я понимаю, если про школу туда ставить, да. А когда ты сначала ставишь эту ногу, потом эту, задерживаешься, и уже оценка ниже. И в соревнованиях тяжело. Даже показательные выступления. Надо садиться. Во-первых, ты падаешь. Представь, что ты на спальне падаешь. Мягко. Подожди сейчас. Мягко. Мягко. Вот. Сюда. Вот здесь, как бы ты на двух коленях. Рука, вон. Да. Работаем. Работаем. Эй! Идите сюда. Давай. Широко. А ты делал как? Вперед, работаем!
нему лицом стоишь. Я плечо должно быть. Сделай. Макс, уйди оттуда, встань туда, вон туда. Там камера смотрит. Надо не сразу тебя на камеру. Знаешь, или же сначала это на камеру, или скрыть. Но не сильно падай на колени. Присел и встал. Вот. Подход неплохой, Саш, но очень медленно. Делай просто еще раз медленно. То еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот Лиза хорошо начал делать, а потом посмотри. Лиза, посмотри. Мне скажу, голову поверну, ты посмотришь вниз, естественно, вот сюда. Поверни, и как ты разворачиваешься. Да. Еще раз подойдите. Раз. Перерыв надо. Ну вот, ребят, ну вот же есть вот место, где можно повесить вешать. Вот сюда повесили. О, почему у нас так упал? Потому что встал не на то колено. Рука и колено ты должен стоять. Ты встал на это колено и упал. Отсюда вывод. Кому давать любовь? Может ему дать, потому что ты нас не упал. А если человек будет защищаться, это ты точно? Так. Сейчас записываю. Вы продолжаете. И начинаем. Так, у нас кто идет? Домбровский. Так, Воля Александр. Так, Александр. И... Книжка, как книжка? Михай Буга. Так, здесь у нас Каталин, Мунтян Каталин. Каталин. Дальше. Кабуц. Кабуц. Андрей. О, блин, по-русски. И... Ливио. Так, здесь у нас Катавицкий Тимофей. И Максим. Матэ. Подошли ко мне сюда, я объясню, как мы сейчас работаем. Заходи, Саша, так долбанешься головой. Забери, или в одну сторону надо, вон туда сели, что вы меня на шею сядете. Вон туда, Лина. Макс, я за это убью. Я тебе объясню, почему. Это ты можешь сделать 100 раз все нормально, а потом Саша туда раз пойдет, и ты ему пяткой в глаз. И он потеряет зрение, и все, понимаешь? Значит... Сейчас я выключу и оставлю. Мальчики, кто кидает, стоит в центре. Не знаю. Стоит в центре. То есть отсюда кинул, встает,
кинул, встает. И вот так вот. Пожалуйста, кому я сказал первый? Ой, кто там у нас кидает? Домбровский. Пожалуйста, со своим партнером. Кого ты бросал? Мишку. Значит, Мишку. Готовится Мунтян. Мунтян, вон туда сели. Или вот здесь сели, вот здесь, чтобы видно было. Готов? Время. 6 3 4 3 5 Еще 6 бросков. 8 7 8 Стоп, одну секундочку. Еще 3 броска, пожалуйста. Заберите пояс. 6 6 Так, стоп. 47-53 И последний бросок. 6 Итого 59 Так. Сейчас бросает Мунтян, потом бросает Катовицкий. Пожалуйста, Каталин. 5 6 7 Эх, чуть-чуть. 7 4 7 7 Одну секундочку. Пожалуйста. Еще 2 броска. 50 у тебя. 8 7 Итого, стоп. Итого 65 очков. Так, пожалуйста, Катовицкий. Готовится Боря Александр. Пожалуйста. Постой. Так, оценка 6 5 7 5 7 6 36 7 43 8 51 8 59 Последний бросок. 9 68 очков. Еще раз, кто средняя оценка будет 7, тот получает приз. Потому что грамоты 2, еще призуха. Да, призы получают все в зависимости от качества бросков. Сашенька, ты кого бросаешь? Готовится и кабуц Андрюша. Миша, тебя что, бросали? Меня Макс бросал. Саша тоже бросал Макс. Миша, я тебе лишний приз дал, хорошо? Я тебя прошу. Пожалуйста. Сейчас, секундочку. 8.
7, 16, 7, 23. 9, 32. 5-й бросок. 5, 37. 6-й. 8, 65. 7-й бросок. Ножки шире. 9, 74. 7, 81. Еще 2 броска. 9, это 90. Последний бросок. 10, но немножко медленно делал. 9. Итого 99. 10 бросков. Нет, что-то я неправильно посчитал. Так, сейчас 16, 23, 23, 32, 37, 65, 74, 81, 90, 91. Что-то я не помню. Андрюха, Андрюша, да? Готовится Бутнер Максим. Пожалуйста, 1-й бросок. 6, 7, 4, 8. Андрюша, в центре, пожалуйста. 9, это 40. 9, 49. 3 броска. 9, 58, 8, 64. Еще один. И 7, это 71. 71, 90-10 неправильно, правильно? 8, 8. Итак, делает Бутнер Максим. Кто готовится? Готовится Буга Михай. И готовится Романюк. Да, хорошо, хорошо. Пожалуйста. 7, 8, 15, 9, 24, 10, 34. Не спеши, пожалуйста, 34. 10. Стоп. Стоп. Не спеши. Когда я скажу, после этого, хорошо? 34, 44, еще раз 10, 54. Еще осталось 4 броска. Пожалуйста. 9, 10, 6, 7. Так, 54. Сейчас, одну секундочку. 54, 63, 73 и 13, 90 получается. 73, 8, нет, 80, 73 и 7 это 8, 86. Итак, Боря Александр. Ой, извиняюсь, Буга Михай. Готовится Романюк Лин. Готов? Пожалуйста. 8,
Ноги шире, Саша. 9. 7. 8. 7. Ноги шире, шире. Сейчас. Саша, не держи локоть, у тебя здесь рука. Локоть отпускай, отпусти локоть. Да. Пожалуйста. Тихо. 9. 10. 10. 10. Так. Стоп. 8, 9, 17, 7, 26, 32, 39, 48, 57, 66, 76, 86 очков. Потом еще раз проверим. 86. Пожалуйста. И затем раз, уже по группам. Там уже по 5 бросков. Пожалуйста. 6, 7, 8, 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
Дальше, следующее. Кто здесь у нас? Мунтян, Якобуц, Романюк. Романюк у нас второй. Якобуц Андрей. Якобуц Андрей. Значит, Якобуц Андрей пойдет вниз. Нет. Да, вниз, правильно. Якобуц Андрей. А наверх пойдут Романюк и Мунтян. Романюк, Мунтян. Кэтлин, Мунтян, Кирилл. Дальше, осталось два человека. У нас Катовицкий и Бутнарь. Значит, Катовицкий пойдет вверх. Котовицкий. И кто там? Бутнарь Максим. Делаем по 5 бросков. Итак, будет бороться Боля. Готовится Мунтян. Что значит готовиться? Со своим партнером. Один здесь со своим партнером, другой там со своим партнером. Романюк Катовицкий будет. Потом, пока не надо готовиться, Романюк Котовицкий. И следующая группа. Добровский. Якобуц. Буга. Да. Бутнарь. Буга. Так. Так, нет, здесь я переделаю немножко. Так, Буга сюда, Домбровский вниз. Так, итак. Котовицкий, эй! Пошел! Обалдеть, блин! Сидел, как падать он. Уйдите тогда вы. Уйдите обе пары. Мы же без него не можем. Итак, Буга, Якобуц. Пожалуйста, на ковер. Буга со своим... И Якобуц, Андрей. Итак, смотрим. 5 бросков. Кто бросает? Миша, пожалуйста. 8. Еще 3 броска. 9. 10. Последний бросок. 9. Общая оценка может 16. 44 очка. Якобуц Андрей. Пожалуйста. Сорвал. 3. Еще 2 броска. 9. Считаем. 7 и 9 — 16. 38. Итак, следующий круг вышел Буга. 44-38. Буга. Домбровский, Бутнарь. Домбровский, Сашка. Я тебя отдельно дам. Бутнарь готовится. Сначала Бутнарь кидаешь. Нет. Смотри, ты кидаешь оттуда туда, чтобы хорошо видно было. Пожалуйста. 8. 9.
10, 9, последний бросок. 9, 45. Пату здесь Чинч, Домбровский. 7, 8, 9, 10, 43, 45. Выиграл Бутнер и будет бороться за выход. В финале борется. Так, Буга борется с Бутнерем за первый полуфинал, полуфинал Б. Сейчас за финал А борется Боля Мунтян. А? Да. Давай, Сашу. Семь, 8, 9, 10, еще один. Мишка живой? 10. 44. Мишка, соберешь все подарки, которые я им дам, все соберешь. Итак, готовится Романюк Катавицкий. Мунтян на ковре, прошу вас. 7, 8, 9, 10, 9, 8, 41. Со счетом 44-41 выиграл Боли, будет бороться в финале. Романюк Катавицкий. Катавицкий, прошу вас. 6, 8, 2 броска, 9, 7, 36. Романюк, прошу. 7, 8, 38, 36. Романюк вышел в финал группы А. Итак, выход. Дай ксюнечка. Мы все. Еще раз. Мы все. Пробежались. Покачайтесь немножко и потом подойдите ко мне. Хорошо? Значит, смотрите, ребят. Первый финал. Боля Романюк 41-36. Второй финал. Буга Бутнер. Это старый. За третье место. Раз, два, три, четыре. За третье место. Боля Романюк. За третье место. Предварительный репесаж называется. Борется. Романюк вышел, извиняюсь.
Мунтян Каталин. Мунтян Каталин и Катавицкий. Это предварительно, то есть это за 5-6 место. Потом идет, кто выиграл, за 3-4, как бы. То есть ну, до 4 нет, 2-3. С другой стороны, значит, Якобурт и Домбровский. Итак, Мунтян Катавицкий. Прошу, Мунтян. Мунтян бросает, Катавицкий готовится. Так, здесь... Стоп! Ага. Пожалуйста. 6 8 6 Еще 2 5 7 6 32. Катавицкий, прошу, готовится Якобурт с Домбровским. Пожалуйста. 6 6 7 7 9 8 37. Со счетом 32 37 37 32. За третье место будет бороться Катавицкий. Итак, Якобурт с Домбровским. Якобурт, потом Домбровский. Пожалуйста. 5 4 4 8 9 9 35. Поклонились, ушли. Домбровский. Пожалуйста. 7 8 8 37 37 35. За третье место будет бороться Домбровский. Итак, борьба за первое место, а кто проигрывает, будет бороться за третье место. Итак, Боля Романюк. Боля Романюк. Миша, я тебе расскажу. Я вчера копал, подошел одна пара. Я говорю, ну давай. Покопай немножко. Не могу. Что такое? Он упал и сломал ключицу. Вот второй год у него стоит здесь 6 шурупов и метрическая пластинка. А знаешь почему? Потому что он падать не умеет. Он моложе меня. А я умею падать. Вот ты сколько тебе набросали? Вот ты всегда будешь падать отлично. А они будут падать. Тоже хорошо. Значит так. Боля Романюк. И сейчас, одну секундочку. Боля, пожалуйста. Чинч. 7 8. Романюк, у тебя ноги не очень хорошо идут. Вот над этими. 9
10, последний бросок. 10. Бедный Мишка сегодня, мешальщик. Где Артур, кыня поганая? Вот в следующий раз накажем Болю. Болю? Да. Почему? Потому что это твой партнер. Миша, ты Домбровский, а ты с Артуром. Я тебя убью в следующий раз. Ты слышишь? Как его нет, получаешь. Тебя не будет, он будет получать. Ну, пошел курить. Вот, иди сюда. Раз ты ему еще курить разрешаешь. Иди, иди сюда. Получишь, блин. Шутник. Пожалуйста. Романюк. 7. Черный иди. За ногами следи. 4. Ты не прыгай просто сам. Дай ему залезть сначала. 6. Еще один, пожалуйста. Не нервничай, не нервничай. О! Нет, не очень хорошо. 7. 30. Боля. 7, 8, 15. 24, 34, 44. Итак, первое место занял Боля. Так, Буга Бутнарь. Буга Бутнарь. Первый Бутнарь бросает. Видишь, Мишка? Я иду. Так. И, пожалуйста. Пожалуйста. 8, 7, 10, 10, последний, 10, 45, кто больше? Миша, любого. Сашок. Да, зайди, пожалуйста, или Макс, иди сюда. Зайди, там красивая скалка длинная такая, желтая. Итак, Буга, пожалуйста. 9, 8, 10. Еще 2 броска. 10, 10, 47, со счетом 47-45 вышел Буга. Итак, Боля Романюк, Романюк проиграл, Романюк идет вниз, за третье место будет с Домбровским, Романиюк. Так. Буга Бутнарь. Бутнарь с Котовицким будет. Нет, так не получится. Я с Котовицким. Сейчас, сейчас, сейчас. Романюк Котовицкий. Лейте на реке Вену Котовицкий. Домбровский Бутнарь. Итак, Котовицкий Романюк. Романюк. Кто первый? Романюк первый. Осталось две схватки, пацаны. Пожалуйста. 7, 6, 34. Надо было Андрюху взять. Даже думать, надо Андрюху было взять, его побросать. Если он лучше падает, попросите его и все. Готовится у нас Котовицкий. Прошу вас.
8, 7, 8, 9, 40. Третье место занял Татовицкий. Итак, Домбровский, Бутнарь. Бесспорный лидер. Крюк-крюк. Пожалуйста. 8, 10, 8, 9, 10, 45. Буга 47 набирал. Пожалуйста. 9, 8, 10, 9, 45. Значит так, что делаем? Смотрим. У кого больше лучших оценок? У кого больше десяток? Домбровский 1 десятка, Бутнер 1 десятка. Смотрим девятки. У Домбровского 9, 9, 9. У Бутнера. Я извиняюсь, Бутнер имеет 2 десятки. Да. Он становится третьим. По качеству. Можно я еще один раз? Не могу. Итак, первое место Боря Буга, третье место Катовицкий Бутнер. Так, значит, сюда построились, вот здесь, вот, как раз там на середине. Мальчики, подвиньтесь сюда, пожалуйста. Сюда, 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 сюда. Так. Сейчас я поставлю. О! Сразу видно. Сейчас я буду награждать. Сейчас одену кимоно. Я же могу идти как Селена, как Шантрафа, да? На колени. Это те, мы можем просто.
Итак, третье место занял Бутный, Катовицкий, приз. Так, первое место занял Миша. Максика. Макс? Что, спасибо, тебя кушать нельзя. Все, Оливье, Дрек, Лавиле. Так, выключим. Сергей Анатольевич. Оу. Мне домой или...